我叫罗光明，来自哈萨克斯坦。Я учился в 90-91 годах, один год проучился в Уханьском университете. Самая для меня незабываемая история – это рождение моего сына в Пекине. И он до сих пор с гордостью говорит «Оши Бэй Димжин». У нас древние отношения между Казахстаном и Китаем. Мы сейчас в следующем году будем праздновать 30-летие установления дипломатических отношений. Наши президенты Токаев и Си Цзиньпин объявили о том, что Казахстан и Китай являются вечным всесторонним стратегическим партнером. Наши двусторонние отношения достигли беспрецедентно высокий уровень. Шанхайский дух – это уникальный дух. Это дух взаимопонимания, взаимоуважения и всестороннего сотрудничества. Именно благодаря шанхайскому духу организация является фактором региональной стабильности. У нас есть такое выражение в казахском языке «Кудай коскан курши». То есть мы соседи, которые были обозначены свыше. Наша историческая связь, она испытана временем. Я надеюсь и верю в то, что эти отношения будут всегда взаимовыгодными.